Каждый год 14 октября православные христиане отмечают покров Пресвятой Богородицы. По преданию, во время осады Константинополя люди молились о спасении во Валахернском храме. Во время Всенощной произошло явление Пресвятой Богородицы, которая в окружении святых шла по воздуху. Вскоре вражеские войска отступили от города. В народе этот праздник обычно называли Покров и горячо любили. Это был особый день. На Покров не работали, а по погоде судили о предстоящей зиме. Также с Покрова на Руси начинался осенний свадебный сезон.